Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. И в этом видео мы расскажем о ханчжоуском шелковом рынке, куда мы сегодня приехали для того, чтобы купить что-нибудь интересное. Последний раз я была здесь 10 лет тому назад. И здесь очень красиво, потому что здесь сохранены такие китайские, так скажем, традиции вперемешку с современным миром. И это, конечно, все очень интересно. Такая вот улица с фонариками. Справа-слева здесь магазинчики с шелком. Что-то я сегодня не проснулась опять. Здесь можно купить настоящее шелковое белье. Платки, палантины, носки. Носки — это вообще просто супер-бомба. Особенно любят мужчины летом шелковые носочки. Это прям класс. Надо обязательно их здесь найти. А здесь можно покупать товары как в розницу, так и оптом. Сегодня дождик, но это и хорошо, потому что немного прохладно и не так много людей. Здесь что-то уже интересное такое, посовременнее какие-то модели. А вон белье шелковое тоже. Надо зайти посмотреть. Красоты столько всякой детской. Мы тоже купили Амалии костюмчик за 50 юаней в китайском стиле. Сейчас еще зайдем, посмотрим, что здесь есть. И веер. Очень классные ткани, натуральные, шелк, хлопок. Вон тоже какое классное платьишко для маленькой девочки. Две наволочки из шелка отдельно, 200 юаней. А цей куандо че и то? Комплект постельного белья. Лянбай. Лянчен санбай. 2300 юаней комплект шелковый. Ну, это с рисунком. Он прям вот такой вот, да? Это 2400 комплект. Так, нам нужны шелковые носки. А вот, кстати, отдельно можно купить ткань. Я помню, я тогда покупала по 35 юаней. Ткани мы шили под заказ этот постельное белье. Какие красивые ткани, обалдеть. О, кстати, вот эти мужские трикотажные поло тоже очень здоровские. 20. В общем, одна штука 490, а оптом 470, если две штуки. Я хочу папе взять в подарок. Ну вот думаю, хайо геда янса, хайса. Ну, папе, я думаю, такое понравится, однозначно. Так, еще есть другие цвета, получается. Ну вот это тоже, кстати, славное. Маш, помоги мне выбрать. Какая тебе больше нравится? Вот та, которая. А, это одинаковые? Ну, они чуть-чуть разная модель. Видишь, это с полосочкой, это потоньше. А это как бы поплотнее, но она такая без полосочек. Ну, тоже красивая. Спрашивает, за сколько я хочу купить. Ну, я думаю, 450. Это чуть позже вернусь. Я хочу просто. Не, мне понравилось, я хочу просто посмотреть еще что-то другое. Очень красивое поло, прям обалденное. Шелк, когда надеваешь, то уже просто не хочешь больше ничего другого носить, потому что тело в нем, конечно, совсем по-другому себя чувствует. Ой, для тех, кто любит палантины, здесь вообще просто рай. У меня уже этого всего очень много. Поэтому я на них уже не смотрю. А так, конечно же, безумно красиво. Вот то, что мы искали, шелковые носки. Чей куандоча? Это саву. Шиу? И суан. Одна штука 15 юаней. Это саву, хэрян суан. Это мионанда. Это нэнью туха цэнда. Уяу нанда. Нанда яяу. Типа что можно. Не, ну это 25-27 размер. Косяу, да. Ашиу, ашичи. Азучи, да, да. Это дома. Азучи, да, сыра, сымара. 44-й, да ну не может такого быть, что они растягиваются до 44-го. 28.
как минимум должен быть. Но это на меня размер. И выдохайся. Это же Это же лайнда. Темно-синий. Это же хуэда. Это же чинхуэ. Что, какой мне взять? Черный-синий? А я его пэда. Это тигрянский. Сей, кванцы, дедочи? Сову и суан, цега. Не хочет торговаться. Цега пьяни. Жуго май. Цега пьяни. Жуго май. Уга. Цега сакхуэ. Это его буяо. Пусихуан. Сихуан, цега. Это я цеса пэда. Тоже делать. Его Ига Байсе, Ига Хуисе, Ига Лансе, Хая Ига Хуисе. И, Сансе. 4 штуки. Рынок не маленький, но ориентируйтесь по времени. Примерно 2-3 часа нужно будет вам потратить, чтобы здесь совершить покупки, выбрать подарки, что-то для себя. Если будете еще покупать палантины, то, наверное, в 2 часа точно не уложитесь, потому что их здесь огромное количество, и они все очень красивые, прям глаза разбегаются, все хочется купить. Здесь, кстати, есть даже швейные мастерские, где шьют на заказ, поэтому если у вас время позволяет, я думаю, что можно даже что-то сшить здесь по индивидуальному заказу. Очень красивый шарфик с лошадками Hermès по акции за 70 юаней. Блин, ну какое качество, прям вот из рук не хочется выпускать. Ну ты будешь это носить? За 70 юаней сколько тысяч рублей? Да. Я посмотрю другие, может быть, это красивые. А цвет такой, а если какой-нибудь красненький, может быть. О, резинки, смотри, даже у них есть шелковые. Коли. Собачки. Спасибо, пятая. Галстуки. Ой, ну подарок, конечно, супер. Вот маленький тоже красивый. Так, ну и давайте я озвучу наши покупки. Что помню, на память скажу. Костюм детский, 50 юаней с юбочкой, хлопок в национальном стиле. Классная юбка шелковая. Помнишь цену? 300 юаней, да, мы сторговались. Брюки для мамы 120. Самое у нас дорогое получились, это мужские поло. Две мы взяли за 850. Наволочка из натурального шелка. Это тоже у нас шелк 2 бра. Ветровка. Подарочные мужские. Мужские носки 5 пар. Женские носки 3 пары. Шарфик вот этот классный я взяла себе. Два маленьких. И вот такие вот две трикотажные футболки. И еще один наборчик. В общей сложности мы потратили примерно, да, мы точно не считали, где-то 30 тысяч рублей. Вот. Но для этого качества это, конечно, прям очень выгодные покупки. Мы прям довольны по уши. Особенно, когда жарко, будет прям супер. Понравилось видео, было полезным для вас, ставьте к нему лайк. Под этим видео я напишу адрес этого рынка. А если вы интересуетесь оптовыми закупками изделий из шелка, я также прикреплю WhatsApp менеджера, к которому вы можете обратиться по оптовым закупкам.